Сегодня играет Акбарс и Нижнекамск. Вот я работал долго в Нижнекамске, поэтому вот болею за Нижнекамск. Я родился в Нижнекамске, я был в классе первом, и папа повел на хоккей на «Нефтехимик», и да, в целом понравилось. Я с 3 лет болею за «Нефтехимик», вместе с дедушкой ходили на все матчи. Мне кажется, это нечестно, что все говорят, что республика за Акбарс, потому что, ну, как бы, «Нефтехимик» тоже существует. В целом и за тех болею, тех поддерживаю. Команда «Нефтехимик» – это вообще супер, класс. Я, конечно, и «Акбарс» люблю, но сегодня предпочитаю «Нижнекамск». Любимая команда приехала в Казань, конечно, нужно поддержать. Вообще, конечно, когда татарстанское дерби идет, это немножко такое, и тех охота поддержать, и этих охота поддержать. Команда «Нефтехимик» — это темная лошадка континентальной хоккейной лиги, потому что они, ну, в них никто не верит, это какая-то такая средненькая команда, они раз за разом выстреливают и показывают какой-то достойный хоккей.